Действия украинских браконьеров нанесли ущерб в размере более 440 тысяч рублей. 4 мая западнее мыса Тарханкут пограничники на сторожевом корабле «Аметист» задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 под припиской «Очаков», которое осуществляло незаконный промысел камбалы-калкан. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Благодаря своевременно принятым мерам вытравлено свыше 9300 метров сетей. Удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания 161 камбалу-калкан, 3 катранов и 4 травяных краба. При этом 46 дельфинов, 17 камбал и 2 акулы погибли. В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что в исключительной экономической зоне Украины у побережья соседней страны до сих пор остались около 20 километров сетей, установленных командой ЯМК-0041.